Рабочий, взобравшись на выдвижную лестницу автовышки, отмывает от копоти стекла строящегося супермаркета на Полтавском шляхе. Работы – непочатый край. Отнюдь непрозрачно выглядят окна с двух сторон здания. Видео процесса копчения, снятое на мобильный телефон случайным свидетелем, появилось в интернете сегодня днем. На нем густой черный дым, а вот огня не видно. Коптился, сообщает очевидец, рост утром. А уже спустя пару часов люди, имеющие отношение к стройке, объяснились явными признаками беспокойства съемочной группе АТН, что ничего не произошло. Наиболее оригинальная версия – так в здании тонировали окна. А что было? Ничего не было. Моем стефасад. Гарь как появилась? Я не знаю, что там появилось, а закрывается, не, закругляемся. Мы на самом деле сами решаем, что нам снимать, что не снимать. Я понимаю, не надо тут ничего снимать. Люди, не проявлявшие любезности, стояли на своем. Никакого пожара не было, пожарные не приезжали. В пользу того, что ничего не горело, говорят уцелевшие стекла, табличка с информацией о строительстве объекта и не сгоревшие провода под закопченными стеклами. Между тем, в областном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям рассказали, что около 11 часов утра к ним все же поступало сообщение о пожаре. На место происшествия выехали пожарные машины и справились с возгоранием за 15 минут. Горели неподалеку от супермаркета, а скорее дымили, предположительно, резиновые шины. Оксана Нечипаренко, Виталий Лапскир, Владимир Борох, агентство телевидения «Новости».